Всем привет! Другая жизнь снова с вами. Сегодня 9 мая. Всех с праздником. У нас маленькая вылазка на, ну, в общем-то, на урочище, дохоженный и перехожий, потому что времени у нас сегодня 3 часика буквально. И нужно ехать в Москву. Дела делать. Вот, оно хоженое за моей спиной, там березняк, сейчас трава лежит. Может быть, что-то найдем, не знаю. Ну, будет маленький ролик, скорее всего, коротенький. А так попробуем, покажу вам, что здесь еще можно найти. Товарищи, Жень, всем привет, здесь удел находили. Мы чешую здесь тоже находили. Монета имперская здесь фиговым в сохране. Вообще фиговым. Ну, то есть, только рассчитывать на что-то такое, на какую-то пластику или серебро. Пойдемте погуляем по березняку. Вот такие живописные берега. Прям замечательно. Трава вся лежит, так что походить имеет смысл. Хотя здесь хожено, перехожено толпы народу. И сигнальчик. 24-го года копейка. Да. Такая вот. Копейки, двушки, трешки. Пятачки 24-го года. Видите, какие крупные, они медные. Они выпускались на болванках имперских николаевских монет. Именно 24-й, 25-й год. Кто не знает, так, для информации. Вот. А мы сейчас краешками, вот, как ты говоришь, вот берега пообваливались, да? Угу. Река здесь разливалась, то есть заливные луга, соответственно. Вот он, заливной луг. Да. Вот, сползало, видно, прям вон там сползло, здесь сползало. А склончики, да, имеет смысл, в общем-то, и посмотреть, пока травы-то нет. Хотя здесь вон и в березняке чешую находили. Я все-таки спустился сюда, в заливную пойму в эту. Здесь кусочек конинки. Ну, кругленькие, колечко от конины. Конской упряжи. Пока больше ничего нет, ну и черные сигналы. Ну и красота вот такая. Все позатопило. Не пойму, бобры, не бобры. Что-то срезов-то не вижу, зубов. Может, просто завалило. Завал. Вот здесь пройду и полезу обратно на гору. Если ничего не будет. А, друзья, снимаю красоту. Опять прошли через березняк. Заливной луг. Ну давай, такой уже. Еле пролезли, как по болоту. И тут такой островок. Не знаю, нахрена мы сюда полезли. Ну, красиво. Место красивое. Очень высокий берег с той стороны. Мы там наверху лазили когда-то. Ничего не находили. Нет, почему? Как раз где-то вот в этой зоне ты тогда и нашел это железо. Помнишь? Очки-то. Да, помню. Была история, шли с ребятами. Я точно помню, вот как раз, да, по этому берегу, в ту сторону. Вот потому. И они зимой снег лежит. Ну не зимой, это была поздняя осень. Ну снег уже лежал. Да. Вот. Мокрый снег валил. Ребят вперед убежали. Я иду себе медленно в наушниках, никого не трогаю. Сзади слышу, что там хрым-хрым. Ну, думаю, блин, а кто у нас сзади-то? Ну, думаю, кто-то, может, кругом прошел из наших. Иду дальше, меня по плечу хлоп-хлоп, я аж подпрыгнул. Оборачиваюсь, мужик в фуражке стоит. Егерь местный. Привет-привет. А я, говорит, машину вашу срисовал, говорит, думал, может, браконьеры, и за нами поехал. Ну, Наша догнал нас в лесу, увидел. Ну, поболтали, посмеялись. Разошлись, хороший мужик. Такая вот интересная история была. Я вам еще потом историю про собаку расскажу. Про собаку это вообще? Сейчас, попозже. А пока здесь полазим. Такое вот болото здесь местами. Но почва вся. То есть штык снимаешь, лопата, и влажно.
Находочка сегодня нечастая. Она как будто это... Ну, как будто одевалась на что-то. Крючком. Я покажу. Скорее всего, конина. Это детали конской упряжи. Но красивая. Интересная такая сейчас. Чуть-чуть сломанная. И с крючочком. Фиг знает от чего, но прикольная. Ходим вот здесь, в этом березняке, пробуем. Поднялись немножко от реки сюда, в березнячок. Здесь, конечно, сейчас замечательно ходить. Травы нет, она вообще, ну, как бы еще, только на опушках вот так вот вставать начинает, как бы расти, а так в целом хорошо. Единственный минус, что на ветках, вот на таких, вот такого плана, сидят клещи на березе. Причем достаточно высоком, ну вот где-то вот на уровне груди я уже видел, скидывал. Так что нужно ходить очень внимательно, прям вот очень. А я, как обычно, пру через ветки, несмотря. Ну это ладно. Так, у Любы сигнал, крестичек, говорят. О, пойдет. Стандартный. Ну, кстати, я помню, здесь где-то даже Катю поднимала. Убитую. Да. Целенький, пойдет. Сегодня все равно много находок не будет. Так уже просто гуляем вам. Всякие истории рассказываю. Сейчас попозже про собаку расскажу. Вот такой вот здесь чепужунь. И в чепужине. Вот такая красавица. Замечательная. Ушко целое, это пуга-гирька, сейчас покажу. Ну, такая более поздняя. Поздняя, да, но очень красивенькая. Оп. Прям и маленькие. И голубые, и белые, и желтенькие. Целая, да, только тоненькая. И синенькие. С ней надо бережно, мы ее помоем аккуратно дома и положим в планшет. А планшет я сейчас покажу с пуговками. Что-то я даже и не думал, не гадал, что сегодня... Ну, империя-то выскочит. Бывает, конечно, она здесь. Но она здесь убита. А здесь он двушка николаевского формата. 17-й, что ли, год, не вижу. Сейчас. Ну, даже какой-то сохран. Более или менее. Отмочим, посмотрим. Хм, неожиданно. Обычно здесь они гнилые напрочь. Синоптики не ошиблись. Половин первого поливает. Да даже не поливает, а посыпает. Что-то типа града. Ну, благо мы были недалеко. Мы были около машины. Да, и добежали мы быстро. Так что, друзья, вот такой сегодня был выход. Ну, в принципе, как мы и говорили, 3 часа. А он сейчас будет... Тучи там, короче, сзади. Хотел вам луня заснять, там летает на том поле. Но как раз нас сейчас своим градом накрыл, и он тоже. Обещанная история про собачку. Как-то раз. На ночь глядя. Да, на ночь глядя пошел, я решил покопать за селом. Ну, недалеко. Ну, не пешком, но отъехал, грубо говоря. Там пешком надо было пройти. Вот, иду себе по дороге такой, по полевой. Палкой махаю, темно уже совсем практически, то есть стемнело. Дальше такие деревца начинаются, кустики. Ну, я, естественно, в эти кустики и залез, а уже темень, то есть полностью, то есть уже вообще ничего не видно. И сигнал, наверное, в кустах. Я до него дотянулся, такой дын-дын-дын-дын рукой-то в наушниках. И в этот момент я чувствую, что меня кто-то начинает трепать за штанину. Ночь, поле, кусты с краю этого поля, да, и ну, как бы, я же понимаю, что, ну, в урдалаков-то я особо не верю, там, во всяких зомбарей, которые за штанину, но отчетливо трепет, я улыбаюсь себе, думаю, кто ж там интересный есть, поворачиваюсь, а там щенок стоит здоровенный, такой крупный, достаточно трепет меня за штанину, смотрит на меня. Я на него тоже смотрю, улыбаюсь, у меня сыпется в штаны-то все равно, как бы, падают камни. Мне весело и страшно.
Думаю, господи, откуда ты взялся? Потом в итоге мужик пришел через какой-то щенок со мной там затусил. Шел мужик с еще одним таким же щенком. И искали они третьего щенка. На ночь глядя, куда-то убежал, не знаю. В общем-то, дядька-то я не робкого десятка, в общем-то. Но такие интересные моменты случаются, когда от неожиданности-то ёкает что-то в душе. Ну, такая вот история была. У нас много интересных историй, я же говорю. Смотрите канал, не пропускайте, интересного будет много. Подписывайтесь на них на всех. Нажимайте рекомендации обязательно. То есть и YouTube, и, как его, господи, Яндекс.Дзен тоже обязательно помогайте нам раскручивать все это художество. Вот, а мы на этом с вами прощаемся. Здоровья всем, всех благ и до встречи.